а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Янська, я дома. Привет, Сашенька. А я тебе тут вот ужин приготовила. Воу, борщ, десерт. Так, стоп. Что ты хочешь? Что ты сразу подумал, что я что-то хочу? Потому что за 10 лет супружеской жизни ты меня никогда не встречала с борщом. Ты обычно меня встречаешь с чеком, который надо оплатить. Не всегда. Да, иногда ты залазишь в минус на моей карточке, и мне приходится гасить это все с процентами. Что ты хочешь? Любимый. Не произноси это слово. Почему? Потому что каждый раз, когда ты его говоришь, у меня деньги с карточки списываются. Сколько? Любимый, любимый, любимый. Сколько? Ты самый лучший мужчина в мире. Сейчас мне вообще страшно стало. Сколько? Я просто хотела тебя попросить, чтобы ты оплатил мне курсы по саморазвитию. Всего 5000 гривен. Господи, Яна, ты у меня и так самый саморазвитый человек в мире. Ну, нет, предела совершенства. Предела совершенства нет. А вот предел лимита моей карточки есть. Ну, я хотела пройти курсы личностного роста. Вот Вика уже прошла. Ну, Вике понятно. Она 1,50 ростом. Может, вырастет до 1,70. А тебе зачем? Ты у меня все стандартное. Ну, ты что, не хочешь, чтобы я развивалась? Яночка, я очень хочу, чтобы ты развивалась. Напомни мне, пожалуйста, чем закончились твои курсы по программированию? Я попросила купить тебе мне ноутбук. Я купил тебе ноутбук. Сколько ты программ там написала? Нисколько. Ну ты же отказался платить мне курсы по быстрому набору на клавиатуре. Яночка, смс-ку с текстом «Срочно пришли мне деньги, тут такие сапоги, таких больше нигде не будет» ты печатаешь за 2 секунды одним пальцем. Ну, эта смс-ка у меня в шаблонах идет. Понятно. Что у тебя по курсам с вязанием? Я завязала. С чем? С вязанием. Так, а я, пожалуй, развяжусь. Саш, ты пойми, что я выбираю самые-самые-самые нужные курсы. Я понимаю, понимаю, ну... Яночка, понимаю. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты оплатила курсы «Таргетолог с нуля»? Я хотела узнать, кто такие таргетологи. Узнала? Нет. Ты же отказался платить полный курс. Так а что, вам на первом занятии не рассказывали, что ли? Нет, ну мы там пока познакомились, пока каждый поделился своими эмоциями, что он ждет от этого курса. Янчик, ты, конечно, не обижайся на меня, но мне кажется, что учеба — это не твое. Саша, поэтому и нужно пройти мне курс, как понять, учеба мое это или не мое. Яночка, надо развивать мозги, а не сиськи. М? Ты что, пошел на этот курс без меня? Да. При чем тут это? Ну, Сашенька, ну можно хотя бы мне, пожалуйста, тренинг, как правильно дышать? Ты умеешь правильно дышать. Вот и нетушки. В бесплатной программке там было написано, вот все люди думают, что они умеют дышать, а они не умеют дышать. И этот курс, он дешевый, 3000 гривен. А ну вдохни. Выдохни. Ты гуру дыхания, с тебя 3000 гривен. Всё. Ты не можешь понять, как важны для меня все эти курсы. Короче, театральные курсы тоже псу под хвост. Ну,
Сашенька, ну, пожалуйста, ну один маленький курс, один. Леночка, слушай, у тебя зависимость от этих курсов, это уже проблема. А между прочим, на тренинге, который я посещала последний раз, там сказали, что надо говорить не проблема, а вызов. Хорошо, Яна, у тебя вызов с головой. А ты вечно жалеешь деньги. Вот пошел бы лучше на курсы, как стать богатым и независимым. Да я и так работаю на двух работах, чтобы оплачивать твои курсы. А тебе нужно выйти из зоны комфорта и пойти на третью работу, Саш. Слушай, может, ты просто пойдешь на курсы, как научиться не тратить деньги мужа, а? А такой курс есть, только он стоит 10 тысяч. Ты мне на него точно денег не дашь. Ты что, не понимаешь, что тебя разводят? Причем разводят на мои бабки. У этих людей даже название есть. Инфо цыгане. Я поняла. Куда сейчас списалось 2000 гривен? Я записалась на курс, как распознать мошенников в интернете. Теперь я про этих инфо-цыган буду знать все. Так, все, я блокирую карточку. Ну. Саша! Что? Ну прекрати! Ну я же это все делаю не для себя, а для нас! Да? Да? Секундочку, вот смотри. На прошлой неделе. Курс, как правильно делать губы уточкой. Курс, как сфотографировать попу, грудь и губы уточкой в одном кадре. Да? Курс массаж после того, как у тебя защемило шею, когда ты в одном кадре фотографировал попу, грудь и губы. Где тут для нас, а? Ты не понимаешь. Я все понимаю, Яночка. Давай, короче, отстань от меня с этими курсами, иначе мы поссоримся, ты пойдешь на другой курс. Как помириться с мужем? Нет, как быстро собрать вещи и уехать к маме. Слушай, Янчик, ну ты бы лучше пошла, я не знаю, на какой-то нормальный курс там, ну, как ублажить своего мужчину, например. Я не могу. Я прохожу марафон 14 дней без секса. Блин, лучше бы ты проходила марафон 14 дней без марафонов. Потому что у нас в последнее время секс только с моим мозгом. Хорошо. Хорошо. Ты что, обиделась, что ли? Нет. Я записываюсь на марафон Юлии Котовой «Замуж за миллионера». Тыц-пердыц. Ты замужем. Но не за миллионером. Леночка, я бы был миллионером, если бы мне оплачивал твои курсы. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд, опоздавший, из последнего окошка высыпались горошки. То есть курс массажа тоже мимо, да? Блин, ну Саша, ну я же стараюсь, а ты постоянно меня булишь. Что? Понимаешь, ты токсичный человек, я хочу развиваться, я хочу... А ты просто какой-то кринжовый. Ты где этой фигни набралась? А? Это вебинар Ольги Жужук. Да? Как себя правильно вести, как поднять свою самооценку. Она учит всех, что нужно развиваться, нужно не отказывать себе ни в чем, нужно путешествовать, нужно покупать себе дорогие вещи. А где брать деньги на это все, она не сказала? Сказала. Пройти марафон и ее подруги Юлии Котовой. Замуж за миллионера. Нет. Я тебе никаких денег не дам. Ни на какие курсы. Все. Ну слушай, ну можно хотя бы последний, пожалуйста? Он очень нужен. Сейчас вот. Управление эмоциями. Сколько стоит? Вот. Че он такой дорогой? Ну, ты понимаешь, ну там учат не только как свои эмоции контролировать, а как правильно сказать мужу: прости, дорогой, я разбила твою машину. Вот чек на шубу. Ой, прости, я случайно каблуком пробила твою резиновую лодку. Бежать. Во всех этих случаях надо бежать. Да? Да. Янча! О, господи! Янча! Ты пропустила коучинг по нанесению макияжа! Блин, Сашка, я так и знала, что пропущу! Да и слава богу! Я считаю, что вот так вот не должна выглядеть успешная женщина. Что? Знаешь что? Вот я выйду замуж за миллионера, будешь мне ноги целовать. Да-да, подруга, точно. Еще раз вам напоминаю, курицы, вы обе замужем. А никто не говорил, что нужно один раз.
Ой, все мышки одинаковые. Вот мой Колька то же самое говорит. Янча, через 2 часа я жду тебя на коучинг по снятию макияжа. Окей, зайка, я буду. 2 часа. А ты знаешь, Янчик, я тебя, наверное, все-таки запишу на один курс. Правда, спасибо большое. На какой? На кулинарный. Потому что в борще должен быть буряк, а не горох. Ё-моё.